когда мы были маленькими, Димочками и Светочками, Людочками и Вовочками, и нам читали сказки, нам всем хотелось оказаться в волшебной стране, где все желания исполняются с помощью волшебника или волшебной палочки, будь то Снежная королева, Гудвин из Изумрудного города, или Доброфея с хрустальными башмачками. Гламурные истории о Золушке. А сейчас мы увидим политическую сказку. А не за этой ли кремлевской стеной живет главный волшебник нашей страны? А где же мне еще быть? Здравствуйте, здравствуйте. Уважаемые граждане России. Дорогие россияне. Дорогие друзья. Здравствуйте. В эту новогоднюю ночь разрешите вам рассказать новогоднюю сказку. Сегодня мне хочется сказать вам особые слова. А сказка заключается в том... Мы видим, как год за годом набирает силу и укрепляется Россия. Только что прошел-то я по многим семьям, поздравился Новым годом, видел замечательных, умнейших людей. И рассказали они мне новогоднюю сказку, что российские ученые совершили ряд фундаментальных научных открытий. Которые позволяют увеличить валовый внутренний продукт страны в 5, в 10, в 20 раз. Мне хочется сердечно поблагодарить вас за все, что мы вместе сделали. Затрагивая все сектора экономики. И открываются новые возможности. Чтобы электричество стоило не 2 рубля, а 10 копеек. У нас все для этого есть. Чтобы кирпич стоил не 30 рублей, а 50 копеек. У нас все для этого есть. Как по мгновению волшебной палочки можно отказаться от нефти, от газа, повысить благосостояние каждого гражданина. Превратить ее в современное, свободное, сильное государство, удобное и комфортное для жизни граждан. Вывести страну в 5 ведущих держав мира. И тогда страна наша будет крепнуть и процветать. Подобно как в Саудовской Аравии или Арабских Эмиратах, люди могут получить бесплатное здравоохранение, бесплатное жилье, транспорт, на отдых, на самореализацию. На сегодняшний день наши разработки опережают наших зарубежных партнеров на 5-10 лет. У нас все для этого есть. У нас есть уникальная возможность через несколько мгновений собрать, объединить все эти разработки и провести так называемое зонтичное патентование. Пусть все самые заветные мечты будут. Нам предстоит всем сплотиться, объединиться, чтобы дать возможность ученым реализовать свои возможности. Но и вновь почувствовали себя единым народом. Проблема в том, что открытие ученых базируется на новой физической теории. Новые физические теории очень тяжело вживаются в социум. Для того, чтобы сохранить страну. Всегда предстоит преодолевать инертность общества. Но я уверен, путь выбранный народу правит, и он приведет нас к успеху. Владимир Владимирович говорит о больших достижениях, которые достигла наша страна. Да, наверное. Конечно, не все удалось сделать. Но предстоит сделать нам еще больше. Все, что достигнут, было бы просто невозможно без вашей постоянной поддержки. Спасибо. Ну а чтоб запомнил, Руя, зовут меня... О, так это ж Ярослав Старухин. Ярослав Старухин, который баллотировался и предполагал баллотироваться в кандидата президента Российской Федерации, который мы так ждали. И он приведет нас к успеху. Спасибо. Сегодня мне хочется сердечно поблагодарить вас. Спасибо. Пожелаем друг другу провести зонтичное патентование. И тогда дети наши будут счастливы, старшие будут здоровы и благополучны. И тогда страна наша будет крепнуть и процветать. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех россиян, не россиян, всех жителей Земли с наступившим Новым годом. Счастья, здоровья, будьте в гармонии. Счастья.